Всем привет! Серьезная схватка с Байджу. Это вторая попытка, ребят, первая провалилась просто катастрофически. Рад помочь, но помни, во всем нужно знать меру. Даже в карточных играх они могут показать с забавным способом расслабиться, но на самом деле требуют значительных затрат умственной энергии, поэтому не забывай о полноценном отдыхе. Он меня сделал. Это было невероятно круто. Вот этот вот заяц, конечно. Как же он... сделал мне больно, если бы вы только видели бы. Хорошо, это мне, скорее всего, понадобится. Да вообще, здесь вся еда, скорее всего, понадобится. Поэтому оставляем, как есть. Даже яичница, скорее всего, да. Короче, мы начинаем с Байджу. Я оценил этого персонажа после того, как увидел ульту от противника. Теперь я понимаю, что надо начинать именно с него, с такой колодой. Кстати, ссылка на нее будет в описании к этому видео. Нужно начинать именно с Байджу. Сейчас мне нужно немножко себя... успокоить, потому что то, что я видел, на грани было, понимаете? Я почти победил, и тут на тебе неожиданно, к сожалению, вырвалась ульта от этого зайца, и все, минус все сразу. Так, хорошо. Поехали. Мне, в принципе, надо начинать именно с этого. Все остальное мы оставляем как есть. Элементный навык пошел. Да, да, хорошо. Ну, в принципе, если победа будет и этот раунд, я покажу в этом видео, вы поймете, насколько все здесь складывается интересно, я бы сказал бы. Но лучше другого слова даже не смогу придумать. Слово интересно, да, подходящее здесь. Не более, не менее. Так, смотрите, мы бьем. И у нас остается еще два дайса. Ну да, давайте пока что делаем вот так вот. Интересно, очень интересно, как они играют на самом деле. Особенно заяц. Ладно, хорошо. Так, восстанавливает хп, оставляем как есть. У нас в любом случае остается все-таки еще два дайса. Так хочется их потратить на что-нибудь. Но нет, скорее всего, надо немножко подождать. Да у меня и выхода нет. Единственное, я могу, конечно, меняться туда-сюда. И электричество будет бить неприятно. Хотя, может, мне и Екатерина это выпадет, как вы думаете? Давайте, может быть... А, ну там будет опять Дендра, смотрите, как красиво все сделано. Он два раза ударил, да? Как вы думаете? Два раза ударил, поменял. Я сомневаюсь, что у них, по идее, там остался еще ход. Он уже сделал все, в принципе, то же самое, как и я, да? Или я что-то упустил? Задумался, упустил, ребят. Ладно, короче, давайте оставим как есть. Ух, элементный навык, да, я забыл, ну, и ладно, ребят, ну, просто я уже поплыл после первого раунда, понимаете, это действительно жуткая тема, неприятная жуткая тема, но я думаю, даже с такими ошибками мы сможем победить, я надеюсь, минус два, минус два, да ты что ты делаешь, остановись, я не могу на это смотреть, что это за ужасная колода, я вообще не мог представить, что она настолько... великолепно, на самом деле, со своими всеми этими бонусами, ужасами какими-то. Я только видел, ух. Кипит аж прямо. Ладно, давайте попробуем все-таки победить. Вода, Дендра. Окей, оставляем как есть. Все равно будем переключаться, скорее всего, на Нило. Мой ход. Если что, яичницу будем использовать. У меня выхода нет. Так, что у нас там? Недостаточно элементов. Да я знаю, что недостаточно. Мне просто хотя бы понять, как работает. Ой, так, ладно, хорошо. Мне придется очень много всего использовать. Но пришло время использовать эту сначала карту. Угу, идеально, идеально. Так, ульта нам нужна будет в любом случае, поэтому нам надо поменять сейчас вот эти три карты. О, дайсы, дайсы, ребят, дайсы, конечно же. Не один нормальный дайс, ну серьезно, серьезно. Ну, хотя, ну ладно, плюс-минус нормально. Так, смотрите. Мы ставим, восстанавливаем, непонятно, что делаем. При этом, кстати, надо бы... Ну, ульта не подойдет, да? Так, есть... Три дайса потратим на один удар, потом еще три дайса на второй удар. У нас два дайса непосредственно... А, у нас нет, у нас один дайс останется, чтобы переключиться как раз, понимаю. И у нас все прям под завязку. Тогда мне надо будет... я думаю... Думаю, что вообще, да, не вариант. Вообще не вариант. Если хоть один дайс сейчас потрачу, то это все будет финал. Да, ребят, ни одного дайса не могу тратить. Ладно, пришло время тогда использовать вот эту штуку. Потом ставим ульту, естественно.
Ух ты. Серьезно? Это серьезно. Серьезная заявка, да? Ну, в любом случае, нам на Нилу переключаться. Минус 2. Это под щитом плюс, да? Ну, видите, вот эта фишка как раз очень хороша. То есть с Байджу надо обязательно начинать. Да, я думаю, с Байджу. Байджу! Минус 4. Так, еще раз, давайте читать по поводу этого. Когда активный персонаж противника получает от вас пира или электро, урон увеличивается на 2 единицы. Электро. Это интересно же, да? Но, к сожалению, не в этом раунде. Просто смотрим и наблюдаем. Других вариантов нет. Элементный, плюс еще и этот ворон ударит. Реакция будет безумная. Нилу, конечно, пострадает. Больно будет, больно. Мне всегда кажется, что у них ходов почему-то больше намного, чем у меня. Ну как это вообще возможно? Объясните мне, пожалуйста. Дайте мне Катерину, я хоть немного успокоюсь. Без Катерины вообще здесь делать нечего. А, не могу на это смотреть. Просто какой-то ужас. Ладно, хотя бы зайца почти. О, Катерина, спасибо тебе большое. Да, она может многое поменять, ребят. Она может очень многое поменять. Давайте вот так вот сделаем. А, так, смотрите. Щит появляется. Мы, в принципе, можем дальше бить, но я не хочу этого делать. Я думаю, что надо поставить Катерину и переключаться. Надо переключиться на Дори и ударить Джином. Конечно же, Джин идеально сюда подойдет. На, больше мне ничего не останется. Один удар, кстати, еще будет, это хорошо. Поехали. О, да, друг мой. Да-да-да. После каждого удара, смотрите, а. Есть, это все иначе складывается. Видите, я начал только с Байджу и совершенно другой результат. Я уже вижу, предвкушаю эту победу, понимаете? Вот она, вы чувствуете ее? Я, она будет, я уверен в этом. Только единственное, что мне нужно сейчас два дайса поменять... Что-нибудь такое. Ну, да, короче, я не думаю, что можно Пайман сюда поставить. Неважно. Делаем вот так. Не о чем волноваться. О, да-да-да. О, теперь он то же самое делает. Вы чувствуете? Вот теперь этот взрыв стихий. Но здесь фишка в том, что они два дендра персонажа. Единственный ворон остался, который будет нас немного подмучивать. Но сейчас единственное, что остается, пока скипать. У тебя 4 дайса было потрачено. Не говори, что у тебя еще есть что-то в рукаве. Отлично, молодец, умница. Вот это прям идеально все подходит. Просто суперски. Ай, ты. А можно я то же самое сделаю? Нет, нельзя. У меня же, по-моему, остается там один удар. Я забыл, как он работает. Давайте еще раз почитаем. Смотрите. Не дали, не дали, хорошо. А, Дендра. Ну что, может быть, оставим? Ну ладно, пусть будет Байджу, наверное. И опять на Байджу чтобы переключаться, ну серьезно. Я не знаю, как так. Минус 3, минус 1, да. А, так, минус мы потеряли ее, к сожалению, да, потеряли. Да, я хочу это сделать. Я хочу сделать грязь. Да! Идеально, идеально! На вкус просто гадость. Я радуюсь тому, что вижу на своих глазах. Так, вот тут уже надо подумать. Тут у нас надо что-то делать. Мы можем ударить еще раз минус 4. Я думаю, кстати, это даже лучший вариант будет. Пытаемся, да? Давайте минус 4 сделаем. Поехал Джин. Ход противника. Да все, я, в принципе, ничего больше не могу сделать. Но у меня есть яичница, ребят. Яичница — это секретное оружие, кстати, на тот случай, если что-то пойдет не так.
А походу что-то уже идет не так. Опять? Я на грани опять? Вы что, серьезно что ли? Так, давайте думать. Кто мне, кого мне не жалко? Они будут под... точнее, он будет под электричеством, да? Финальная фаза. Электро урон наносит. И если даже Байджу каким-то методом погибнет сейчас, это вынужденная мера, да, да. А он, кстати, даже может и не погибнуть, смотрите. Плюс ХП. Да, кстати, он не погиб. Так я сейчас реакции просто ударю его, по-моему, да? А, так у меня Катерина есть, все, это финал, ребят. Я смог победить. О, нет! Да, я что-то рановато все сказал, ребят. Опять просто вообще какая-то дичь творится, честное слово, ладно. А, Дендра и вода, мне нужно сейчас в любом случае их только собирать. Сейчас главное ошибку не допустить, ребят. Сейчас главное не допустить ошибку. Ульта у него есть, это очень плохо. Минус один мы можем сделать, при этом это еще реакция, минус один. Тиме, возможно, пригодится, давайте его будем использовать. У нас есть возможность, конечно, переключиться на Нилу. Мы переключаемся, теряем один дайс, при этом, кстати. Или нет, или все-таки, смотрите, ладно, давайте подумаем. Здесь очень важно, этот раунд последний. Так, в любом случае у кого-то будет ульта, ребят. Ульта будет в любом случае у кого-то. У этого ульта, к сожалению, будет неинтересная. У этого будет мощная, кстати, по-моему, да? Ну ладно, давайте попробуем. Катерина присутствует, мы сделаем вот так на всякий случай. Сделаем... Да! Идеально! Оу! Есть. Да, ребята, колода победила, но со второй попытки, напоминаем. Мы сделали все, что мы хотели. Выйти. Не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Ты одолела меня. Должен сказать, что я чувствую небольшую слабость после всего этого. Чашка крепкого чая должна меня взбодрить. Хочешь? И тебе сделаю. Да, это было круто. Кстати, Лайла. Лайла у нас будет менять... Лайла у нас будет менять Дори, имейте в виду. Увидимся.